Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор на вот такое вот масло из магазина Склад Светофор. Масло здесь 500 грамм. Процентность, ну как у стандартного масла, 72,5%. Вот состав, ну тут более-менее такой нормальный состав, он небольшой. Я фотографию этой этикеточки оставлю в конце видео, и вы посмотрите. Вот, не более 120 суток, то есть это 2 месяца оно может храниться. Открытым 35 суток, то есть, ну, так вот, обыкновенное масло на вид. И, кстати, то, что я заметила, когда покупаешь вот обыкновенное магазинное масло, их подержишь чуть-чуть теплее, и потом они прям вообще такие очень-очень мягкие. Здесь вот такого нет, он остается все равно жесткий. Не знаю, может, там упаковка его поддерживает. Сейчас мы проверим с вами это. Открываем. Желтенькое. Бывают, кстати, сейчас уже и беленькие. Чересчур. Ой, маслицем запахло. Открывать, наверное, до конца не буду. Сейчас мы его с вами попробуем. Ну, обыкновенное масло на вкус. Такое не сильно соленое. Там чуточку, прям капельку соли. Даже, знаете, досолила бы я даже. Сейчас мы его попробуем на бутерброде. Я уже сделала, вернее, отрезала хлебушек. И мы его сейчас намажем. Такое оно гигантское. Вот даже не знаю, как его... Не привыкла я к такому маслу большому. Обычно вот, да, вот тут по бокам мы отрезаем. Я думаю, наверное, все так отрезают. Кстати, напишите в комментариях, кто как набирает на нож маслица. Потому что мы всегда с мамой вот так делаем. А родители мужа, они всегда вот так делают его почему-то. Ой, большой слой я, по-моему, сделала. Ну ладно. Я люблю много масла. Вот. Видно. Такое прям желтенькое, оно даже здесь не видно, чтобы что-то здесь, какие-то инородные предметы были. Или вот, знаете, бывает, откроешь масло, оно где-то местами желтое, местами белое. Что-то смотришь, думаю, господи, брак попался, что ли. Вкусное такое. Оно еще такое подтаявшее немножко. Я его подержала специально. Вкусно, знаете, вот только вот немножечко его досолить. Видимо, его делают специально недосоленное, потому что некоторые люди любят пересоленый, например, как у меня муж. Он только пересоленый ест. Я люблю там немножечко, ну, немножечко еще я его досолила бы, и прям было бы обалденно вкусно. Еще хочу сказать то, что смотрела передачу, если масло слишком размягшее, значит, это не натуральное. А если вот оно все равно держит свою упаковку, то оно может быть близко к натуральному. Не знаю, вот это как будет, наверное, близко к натуральному. Все-таки за 500 грамм, где-то там 53 рубля, это довольно дешево. В магазине стоит там 180 грамм пачка масла, где-то рублей 60. А здесь вот побольше. Ну, там состав не такой уж прям большой. Там тоже также Е-добавка, по-моему, одна есть. Что-то такое, ну, увидите там. Ну-ка. Вкусное такое. Можно купить, покушать, если, допустим, денег нет у вас.
Надо посмотреть состав у другого масла, что там входит в состав обыкновенного магазинного, который, ну, самый простой, там магнит, пятерочки продаются где-то там. Не знаю, мне кажется, у них состав будет одинаковый. Вот, на сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока-пока.